Единое пешеходное пространство, которое должно объединить мост на проспекте Музрукова и плотину. Эту идею обсуждают давно. Недавно депутаты подняли ее на одном из заседаний думских комитетов. А как к объединению набережных относятся саровчане, спросим у них. Очень интересный вариант. Ну, люди будут ходить, отдыхать, гулять. Нам нравится. Район стал очень красивый, привлекательный. Ой, я бы не против. Мне кажется, наверное, лучше будет. Хотя я в том районе не хожу, не знаю. Но думаю, что новое не делается, все к лучшему, наверное. Нравится. А что именно нравится? Там красиво. И все хорошо. Все красивые идеи хорошие. Главное, что они до конца воплотились. Не знаю, даже не задумывался над этим вопросом. Выйти на пикник, подышать свежим воздухом. Не так, что везде, где машина одни ездит и где места нет чистого воздуха, а тут просто природа, везде можно подышать. Общая протяженность набережной составит более 2 километров. Также на ней появятся места для отдыха. Мы провели опрос в соцсетях, в котором приняли участие более 1000 человек. 57% респондентов поддержали идею. Люди на улицах ответили, что им также нравится проект. Результаты опросов мы отправим в администрацию города.